Два незаконно установленных гаража убрали сегодня в Заречной части областной столицы, на улице Солнечной. Как выяснилось, конструкции находятся на муниципальной земле без разрешения. На протяжении 3 месяцев сотрудники административного департамента искали владельцев боксов, размещали информацию в газете, на сайте администрации, расклеивали объявления непосредственно на гаражах. Найти хозяев, которые добровольно бы убрали постройки, так и не удалось. Поскольку гаражи были размещены на муниципальной земле без разрешения, было принято решение об их сносе. После вскрытия боксов и описи имущества гаражи увезли на эвакуаторе, на охраняемую площадку. На сегодняшний день выполнена работа по освобождению земельного участка в районе Кружного 25, Новгородской 39, один металлический гараж. И вот сегодня мы находимся на Солнечной 15. Также хотелось бы обратиться к гражданам города Вологды, чтобы реагировали на расклеенные уведомления о необходимости освобождения земельного участка самостоятельно. Убирали свое имущество в добровольном порядке. Добавим, если владельцы боксов все же объявятся, их ожидает штраф в размере 5000 рублей. Также им придется возместить затраты на демонтаж и хранение конструкций. Александр Мишин, Михаил Прищев, Вологда РФ.